Вот такие сюжеты нужно по телеку показывать. Абсолютно, реально, да. Дайте Машкову эфирное время, но елки-палки, сколько это может продолжаться? Но это же полезно для людей. Друзья, всем привет, и прямо сейчас я к вам спешу с новым сюжетом. Многие меня спрашивают, где темы про развод граждан нашей страны? Куда пропали сюжеты с мошенниками, с обманщиками, которые могут любого из нас с вами в один прекрасный день кинуть? У нас сегодня будет два главных героя, которые расскажут невыдуманные истории, что происходит с людьми, когда у вас вдруг появился двойник. Казалось бы, зачем вам это нужно знать? Точно так же думали когда-то и они. Нас это не касается, живем своей жизнью, кидают кого-то там. Где-то там обманы, а с нами и нашими семьями такое произойти не может. Я вам настоятельно рекомендую самим посмотреть этот сюжет, родителям показать, детям, друзьям, для того, чтобы вы хотя бы просто понимали, что может происходить, пока вы находитесь на учебе, на работе, на отдыхе, просто так гуляете по парку с вашими семьями. Тайм-коды ждут вас в описании. В конце этого ролика будут отдельно выводы, где люди дадут советы, как бороться с такой ситуацией, если вдруг вы, не дай бог, в ней оказались, или узнать, а не началось ли уже вокруг вас вот это крутилово-вертелово. В общем, ролик будет мега полезный. Сперва я вас познакомлю со спонсором выпуска, для того, чтобы не отвлекаться и вы не потеряли ход мысли. Обо всем по порядку прямо сейчас. Приятного просмотра. А мы с вами перемещаемся в центр Москвы. На данный момент 7 утра 12 минут. Люди собираются на работу. И вот здесь я хочу сказать одно. Если посмотреть по сторонам, огромное количество различных организаций. Кафе, рестораны, юридические услуги. Чего только нет. Коммерция, коммерция, коммерция. А что важно в коммерции, ребята? А в коммерции очень важно иметь грамотную бухгалтерию. Потому что хорошие документы, полная отчетность в дальнейшем могут вам поспособствовать взять хороший кредит для развития вашего бизнеса. Это не говорит о том, что вы должны брать кредиты. Нет, ни в коем случае. Но вы можете воспользоваться такой возможностью. А большинство предпринимателей в нашей стране свой бизнес строят именно на кредитах. Лично я предпринимательскую деятельность начал вести аж в 18 лет. Тогда у меня был первый продуктовый небольшой магазинчик. История об этом умалчивает, но он был. Далее я работал в организации с родителями и видел одну стандартную проблему, что текучка с бухгалтером – это стандартная история абсолютно для многих. Найти хорошего бухгалтера, который будет вести полную отчетность в вашем бизнесе – это большая проблема. Но для вас, ребята, этой проблемы не существует более. Потому что запоминайте, есть Макоэксперт. Люди сделали максимально продуманную организацию своих действий. У них есть 6 департаментов. Каждый департамент отвечает за определенное назначение, за определенную деятельность. Таким образом, каждый человек специалист в своем направлении. И они вам в комплексе оказывают услуги от и до, и вы получаете за малые деньги сервис, который предоставляется в основном таким крупным корпорациям. Вот зачем вам нужна эта головная боль, когда вы нанимаете бухгалтера-фрилансера, нанимаете бухгалтера на постоянку, а потом, когда начинаются вопросы, он ни на что ответить не может, либо все идет через одно известное нам место. А еще бухгалтеры очень любят поступать так, что когда нужно сдавать отчетность, ой, заболел, исчез, уволился. Те, кто занимается бизнесом, меня прекрасно поймут. А вот Макоэксперт никуда не денется. И запомните, пожалуйста, что Макоэксперт – это первый в России бухгалтерский конвейер на аутсорсе. Где бы вы ни находились, от Владивостока до Камчатки, любой предприниматель может воспользоваться их услугами дистанционно. И вот здесь вас ждет приятный бонус. До октября 2022 года по промокоду Машков Дмитрий Мака дарит вам бесплатный один месяц обслуживания. Никаких скрытых платежей, никаких авансов, задатков и прочего. Бесплатно несут ответственность полностью за все свои услуги и выполняют их от и до. А тем временем 7:30 утра, впереди полноценный рабочий день. Оптимизируйте ваши расходы и получайте удовольствие от рабочих процессов. И здесь вам, конечно же, помогут Макоэксперт. Всем хорошего дня, пора на работу. Итак, друзья, знакомьтесь, Алексей. Лехе 33 года, а история началась аж 4 года назад. Это как затравочка. Вот это сценарий. Алексей подготовился, все поэтапно расписал. Значит, смотрите, зарисовка. 4 года назад Алексей со своей супругой и ребенком отправляется в гости к родителям. Выходной день, стандартная история. Отцу на тот момент порядка 60 лет. Приезжают к родителям, и тут подходит батя и говорит: сын, помоги-ка мне одну
хрень настроить в телефоне. Что было дальше? Ну, попросил что-то настроить в госуслугах. Ну, я, конечно же, не отказал. Захожу, и у меня шок сразу возник. Я увидел там штрафов на 56 тысяч рублей. Я спрашиваю, а как, где у нас в городе даже камер-то нет, где ты их нахватал? Он говорит, а это не мои. Я, говорит, не знаю, чьи это. Вот. Ну, соответственно, стали разбираться. Говорит, ездил вот по делам в Нижний Новгород. И на трассе остановили гаишники. Также предъявляют эти штрафы. Там выяснилось, что автомобиль Hyundai Tucson. У моего отца такого автомобиля никогда не было. Соответственно, номера. Гаишники, видимо, это по базе посмотрели. Ну, и как бы отпустили его без последствий. Спустя какое-то время у отца с карты стали списывать деньги. Угу. Но не за сами штрафы, а за исполнительное производство судебных приставов, которые по этим штрафам их списали. Соответственно, того человека, кто их не платил. И, как выяснилось, у отца в Москве есть брат-близнец. Полностью совпадает ФИО, полностью совпадает дата рождения, но отличается место рождения и, соответственно, прописка. И вот здесь мы делаем первую черту. То есть получается, что заходите в госуслуги, а батя тебе до этого ни разу не звонил, не говорил. Нет. Вот, видите, друзья, вот так вот бывает в жизни, что отец-то уже, судя по всему, видел, что что-то происходит. Уже какое-то время. Уже накапливается, но сыну, например, не сказал. Так поступают взрослые люди. Так бывает. Ребята, я хочу сделать один очень важный акцент. Когда вы просматриваете сюжет и думаете, ой, скучно, нудятина, вот не дай бог оказаться вам в подобной ситуации, сразу вам станет очень и очень весело. С карточки деньги уже начали списывать. Соответственно, вопрос нужно решать. Здесь происходит следующий этап. Таким образом, выясняется, что есть брат-близнец, двойник, мошенник, как угодно можно назвать. Сам факт того, что точно такая же фамилия, имя, отчество, точно такая же дата и год рождения, все совпадает, только прописки разные. И у тебя отец место рождения, что самое важное. Да. Владимирская область, город. А другой, вот этот мошенник, условно, в Москве. Да. Вот, ребята, что происходит дальше? Ну, дальше вот в смс-ках я читаю, за что списали, какой пристав, номер исполнительного дела, нахожу этого пристава и, соответственно, еду к нему. Тогда 19-й год еще не было, вот как сейчас записи, то есть можно было свободнее прийти и попасть. Ну, правда, очередь 2 часа. Казалось бы, все очевидно. Вот машина не наша, номера не наши. Почему на нас штрафы? Первая реакция меня приставу очень удивила. То есть у нее не было задачи решить проблему. У нее была задача, как меня отфутболить. Я не я. Как говорится, хата давай. Не моя. Хата не моя, давай гуляй, мальчик. Она сказала, а нам что? Вот нам что ГИБДД прислала, мы как бы то и списали. Езжайте, разбирайтесь в ГИБДД. Ну, сказано, сделано, у меня юридического образования нет. Соответственно, я отправил отца в Муроме в ГАИ, чтобы он получил справку, что ему эта машина не принадлежит, что она на нем на учете никогда даже не стояла, ни таких номеров. И, соответственно, я сам здесь в Москве на Садово-Самотечную 2, вот центральный ГИБДД, туда тоже отправился. Также написал запрос по тем постановлениям, которые она мне дала номера, то есть на основе которых были возбуждены исполнительные производства. То есть, получается, я написал запрос начальника ГАИ, прошу подтвердить, что номер такого-то постановления не имеет отношения к моему отцу. Вот. Соответственно, у меня это приняли просто в почтовый ящик ГАИ. Сказали, 30 дней жди. Ну, сказано, сделано, ждем. Алексей рассказывал все детально, со всеми подробностями. Для того, чтобы этот ролик не получился на 2 часа, далее я некоторые вещи буду ускорять без потери смысла. Значит, более месяца они ходили по ГАИ, собирали справки. В одном ГАИ им дали о том, что у них есть ряд автомобилей, которые числятся на отцу. В другом ГАИ им все-таки дали справку о том, что автомобиль, который собирает штрафы, к ним отношения не имеет. Тонкости, вот эти детали, я именно на них хочу сделать акцент, что шел обычный жизненный процесс. И вот тут из-за какой-то ерунды, из-за какого-то вообще постороннего человека у тебя батя в возрасте 60 лет бегает по ГАИ в родном городе, ты в процессе со своей основной работой бегаешь по ГАИ здесь, подчеркиваю, что если мы что-то не сказали, не значит, что они этого не сделали. У тебя была доверенность нотариально заверенная. Когда я понял, что ситуация это надолго, отец мне сделал нотариальную доверенность на 5 лет. Я его везде могу представлять, и в судах, и в банках, во всех органах. Как выяснилось, вот уже был известен номер автомобиля. Номер автомобиля, ну, сейчас есть всякие различные базы. Я номер пробил, нашел телефон.
Двойника. Двойника. Звонишь. Отцу говорю, вот телефон, звони. Вот сейчас начинается, да, интересный диалог. Так, позвонили вы двойнику, а он вам? Ну, отец звонил один без меня, но смысл в том, что он позвонил двойнику, а он говорит, а я как бы в курсе, я занимаюсь вопросом. Положил трубку и больше никогда не брал. Все. Это класс. Было 3 года назад. И то есть больше вы с ним с другого телефона попытаться созвониться? Ну, смысл, еще раз позвонишь, еще раз сбросить, заблокировать, ну, кучу симок делать, как бы. Короче, на диалог он с вами не пошел. То есть мы поняли, что он в курсе, как по его словам он этим занимается. Но, как я понял, он этим вообще не занимается. Зато дал грамотный ответ. Таким образом, он передвигается по городу, где-то может газульчику поднажать, да, пролететь. А штрафы все он уже знает, что упадут вам, и с ваших карт они списываются, либо же вы бегаете, доказываете, отбились, тогда ну, уж будь добр, он оплатит. Да, но здесь хочу заметить, что достоверно неизвестно, в курсе ли он вообще. Потому что основные штрафы были за парковку, то есть на платной парковке вставал у рынка и не платил, пятерочки прилетали. И, возможно, такой вариант, что ему штрафы-то не приходили, вот. Они просто, моего отца в госуслугах появлялись, а он, может, о них даже и не знал ничего. Алексей, это ответ для него, да, этой серии, закосить под дурачка, если он так скажет. Потому что уже все знают, что если ты приехал и встал под знаком платная парковка, внимание, в Москве, и не оплатил ее, 5000, будь добр, ты заплатишь. А то, что он катается, паркуется где хочет, и ему штрафы не приходят, он вроде бы не знал. Ну, это, знаете, это вот на это больше похоже. Со стороны вот того самого человека. Но после звонка штрафы продолжались, как бы. То есть он не остановился. Я говорю, он и не остановится. Второй наш участник, Андрей, здравствуйте. Привет. 45 лет человеку, индивидуальный предприниматель, жил, не тужил, работал, находится в Москве. И тут получает звонок по телефону. Андрей, когда вы вернете деньги? Все верно, да. Вот с этого момента, как говорится, поподробней. Да. Я бы это сказал, добро пожаловать в новые цифровые 90-е. А также, чтобы попасть в мою ситуацию, нужно просто открыть ИП, ООО, стать владельцем небольшого бизнеса, жить своей жизнью, работать, платить налоги, и все, больше ничего не нужно. Значит, 13 августа я был за границей, а мне пришло по WhatsApp сообщение: Андрей, а когда вы вернете деньги? Деньги не пришли. Я стал смотреть, там фотография договора какого-то. Стал смотреть, изучать, там стоит моя фамилия, ИП мое. Вот. Ну, я ему объясняю, что я какое отношение имею, как какое? Ну, это же вы. Я говорю, да нет, у меня даже печати нет, я без печати работаю. Он мне тоже, да как такое возможно? Нет, вы меня обманываете. Вот. Ну, мы с ним пообщались, все в порядке. На каждое слово героев выпуска есть соответствующий скрин, документ. Там же местами идут персональные данные. Ребята, все это просто-напросто увеличит сроки монтажа видеоролика. Важно для вас понимать, что они рассказывают. Андрей так, например, и вовсе обратился уже в полицию на предмет возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Тема серьезная, мы это не выдумываем. Рассказываем все как есть. Вообще, даже серьезно к этому не отнесся. Я предполагал, что это просто мой однофамилец, полный тезка. И просто стал ему помогать, объяснять, почитал этот договор, составил ему какое-то техзаявление там с телефона. Вот. И также продолжал жить своей жизнью. Уже вернулся в Россию, в Москву, также работал. И тут 18 августа мне поступила еще одна смс по WhatsApp. Была мама потерпевшей. Андрей, что вы делаете? Договор мне скидывает такой же. Моя дочка в слезах, на вокзале, без квартиры и без денег. Я с ней пообщался, тоже убедилась, что это не я, что это мой однофамилец. Вот здесь давайте мы сейчас с вами внесем ясность, потому что происходит такой некий сумбур, и он у вас был точно так же в голове. Абсолютно, что я не понимаю. Люди приезжают, кто-то в слезах на вокзале, что происходит? Вот расскажите, вы находитесь и проживаете в Москве. Действие происходит в Краснодаре. В Краснодаре, да. Что происходило и как действовали мошенники? Потому что на сегодняшний день вам уже ясно понятно, что работают под вашим ИП мошенники. Да. Расскажите детально. Да, детально. Значит, мне рассказали со слов вот потерпевших, что люди, которые в нашем случае хотели переехать для жизни в Краснодар, заходят первым делом на доски объявлений и ищут себе квартиру, где можно пожить. И, естественно, в этом изобилии находят шикарный вариант.
который ниже рынка, однокомнатная квартира, к примеру, за 13 тысяч рублей, когда любая другая похожая сдается за 20-30 тысяч. Я вам привожу это просто как пример, чтобы вы понимали. Обращаются в контору, им говорят, все по договору. Им даже показывают квартиру, все нравится. Потом их заманивают в офис. Кстати, адрес я могу назвать. Назовите. Город Краснодар, Декабристов, 59, со слов потерпевших. Давайте подписывать договор. Смысл такого договора, что они предоставляют некую базу, что они предоставляют какие-то квартиры. Информационные услуги. Серия «Ты мне денег, я тебе информацию». Да, так. Но ни с коим образом этот договор не говорит об аренде самой какой-то конкретной квартиры. А это молоденькие девочки, вот, они вообще ничего не понимают. И, соответственно, им, у них берут вот эти деньги, говорят, что это за аренду. Там вот с кого-то взяли 13 тысяч рублей за один месяц и еще 13 тысяч залог. С кого-то там 13 тысяч и 5 тысяч залога, да? Короче, с кем как договориться, у кого какие деньги есть. Да. Можно с кого-то взять и комиссию, если человек. Можно с кого-то 3 месяца сразу под видом скидки. Да. Не 13, а десятка. То есть, чем больше наберешь, тем лучше. И потом они дают телефон как бы собственника квартиры. Собственника, естественно, эти люди не видели. 8 часов звоните и заселяйтесь, все хорошо там, прекрасно и так далее и тому подобное. Естественно, этот телефон либо не отвечает, но в одном случае, может быть, и не в одном, а собственник ответил, вы знаете, мою квартиру залило, я показать вам не могу. И, соответственно, начинает вот, как это сказать, мариновать. Угу. Вот, завтра, послезавтра и так далее и тому подобное. У нас идет следующий этап, как вас отфутболивали. Вот вы. Да, соответственно, я поначалу поверил приставу, ну, сделал все, как сказали. Приезжаю, соответственно, еще раз. Она говорит, пишите заявление об отмене исполнительного производства на основании того-то, того-то. Угу. Прикладывайте справки, которые вы собрали, и сдавайте в канцелярию на входе. В течение 30 дней ответим. Соответственно, я все делаю, как она сказала. По каждому постановлению все это пишу. Сдаю в канцелярию и отправляю ждать. То есть, ну, 30 дней, как сказали. 30 дней проходит. Ничего не изменилось, то есть я проверял по сайту fssp.gov.ru, также исполнительные производства висят. Деньги, слава богу, отец уже карты все, я ему сказал, все деньги вывести с карт, и он уже пенсионер был на тот момент. Пенсионный фонд написал заявление, чтобы пенсию получать наличными на почту. То есть у него денег списать не могли. Это то же самое, да, вот важный момент, то, да. Что обычные пенсионеры получают денежку на карту, да. Получил удобно, а тут из-за... Да, двойника. Напиши заявление, точно так же прожди, собери документы, потом вот ходи деньги забирай сам. Казалось бы, мелочь, но все равно это тоже неудобно. Это карты неудобно. Ты пользоваться лично не можешь, потому что любая копейка, которая падает на карту, ее нам съедают буквально вот там, и кто только не съедает. 30 рублей, говорит, раз, списали. Вот, друзья. То есть все, ты как бы, получается, уже отрезан от благ жизни внутри страны. Не по твоей вине. Как вам такое? Дальше. 30 дней прошло, ничего не изменилось. Я прихожу снова к ней. И начинается вот какой-то вот возня по ушам. А вот точно ли это как бы он? А вот, может быть, у него была такая-то прописка? То есть какие-то... Ну, я понимаю, что разговор ни о чем. Я уже на нервах. Я говорю, я пошел к начальнику. Я к начальнику захожу. Так и так, говорю, вот мне как сказали, я так все и сделал, вот ситуация, как бы давайте решать. В общем, ключевым стало то, что я вот своей наблюдательностью в постановлении о правонарушении заметил то, что там информации не очень много написано, но есть. Фамилия, имя, отчество, дата рождения и место рождения. То есть прописка, как мы поняли, не решает. Угу. Решает место рождения, потому что его изменить нельзя. Важно. Я начальнику говорю, ну вот место рождения, город Москва. Показываю копию паспорта, место рождения, Владимирская область. А, Лёх, прикинь, что было бы, если бы у тебя тоже батя в Москве родился бы? Вот тут уже, нам, кстати, из серии курьезов в ГАИ давали такой ценный совет. А вы, говорят, смените фамилию. Во, а это как, уже как вариант. Это как вариант? Это уже как вариант. Да. И когда ты им показываешь, нарушитель реальный Москва, а мы-то с Владимира. Да, то есть как бы это уже очевидно и неоспоримо. То есть можно было в ГАИ даже не ездить, просто вот сразу носом ткнуть, как бы указать. Ну и получилось так, что начальник дал как бы приставу втык, она сразу зашуршала. Все, не переживай, все сделаем. Оказывается, нужно еще написать заявление на возврат денежек. То есть не просто об отмене постановления, а на возврат денежек. Так.
То есть, она, как я понимаю, она умышленно это мне не договорила, чтобы денежки не возвращать, потому что как-то она может от этого пострадать в своей работе, ну, как я понял. Вот. И, соответственно, я пишу еще вот эти заявления дополнительные на возврат денег. И наша любимая «Жди 30 дней». Я отправляюсь ждать. Этим людям говорят писать заявление на возврат по их форме. Что пишите по нашей форме. То есть, ну, все прям по их форме, потом, что просьба расторгнуть договор, да, там. И потом они будут говорить, что, ну, вы же сами расторгли договор. Ну, что вы хотите-то, да? Ну, как короче, я предполагаю. Короче, дурят людей в силу их финансовой и юридической неграмотности. Совершенно верно, да. Они попробовали бы обмануть грамотного человека. Они вот именно стариков, детей, вот так вот. Как я понял, что это не однофамилец? У меня была крупная печать вот этого моего, моей копии, подделки. И я думаю, дай-ка я проверю этого человека. Что это, кто это такой вообще? И какое мое удивление? На что печати ИНН мой, ОГРНИП мой. И все в порядке, в общем-то. И, соответственно, было уже, это был, по-моему, пятница вечер, не помню во сколько, часов, наверное, 7-8. Я за секунду просто принял решение, я вот так вот подскочил из-за стола. Когда я приземлялся, я уже был одет. Через секунду я уже был за рулем автомобиля. И еще через какое-то время я оказался полиция. В отделении полиции. Да. Соответственно, я туда влетел, вот, я написал заявление о возбуждении уголовного дела. Потом я попал к оперативникам. Классные ребята, кстати, респект вам, если вы меня смотрите. Таких побольше не, людей. Ну, не вас, а нас. Да. Ребята, если вы смотрите канал, вам действительно респект. Так. Да. Вот. И я написал объяснение, меня его приняли. И я, соответственно, это заявление сдал в дежурную часть. У меня есть талон с собой о приеме, и это все идет туда, в Краснодар. Отправляешь ждать, а на самом-то деле уже прошло примерно 4-5 месяцев, потому что там месяцок подожди, плюс свои дела, и таким образом процесс идет уже почти полгода. Так, проходит еще 30 дней. Да, вот все-таки мои старания дали какой-то результат, то, что вот я с начальником так, ну, слава богу, мужик хороший попался, как бы с пониманием отнесся. Эти исполнительные производства сняли с отца, но деньги не вернули. Вот. Соответственно, я стал ждать еще где-то 2-3 месяца и уже не выдержал, снова прихожу к этому приставу. Как так, говорю, где деньги? Там, конечно, сумма небольшая, самое большое 3000 рублей списали, то есть просто долги висели на нем, но списать успели его только 3000 и, может быть, 2-3 раза по 500 рублей. Вот. И я прихожу к ней, а она мне выдает такую фразу. Вот мы с вас деньги списали, мы их отправили в ГИБДД. Теперь мы должны дождаться их из ГИБДД, а потом отправить вам. У нас некоторые ждут по году и даже по полтора. 500 рублей, к примеру. Да. Ну, я как бы уже особо нервов на все это нет, там 500, там 3000, ну не сильно. Уже простил. Ну, не простил, но думаю, ну ждать, ладно, бог с ним. Буду ждать. Я примерно представил, какая-то бюрократия, вот все это дело. Ну, отправился дальше ждать, соответственно, уже с надеждой, что это будет длиться годами. Но появились новые обстоятельства. Стали приходить исполнительные производства от других приставов, из других районов. То есть Чертановский, электролитный проезд, вот там их сразу несколько, 5-й, 7-й Чертановский Паваш. 4-й Паваш, это Бабушкинская, и вот, соответственно, Мосфильмская была. И мне вся та же самая процедура, доказать, что я не верблюд, нужно было каждому съездить и это объяснить. Вы поняли? Вот вы поняли, что происходит? То есть, пока ты полгода бился с этими товарищами по установленным уже штрафам, другой двойник-то продолжает жить своей жизнью, катается, как ему нравится, штраф пришел, пока 2 недели прошло, пока это дело производства началось, ты вроде бы как увидел свет в конце тоннеля, подвижки, а тут тебе бах, с разных районов еще то же самое. И здесь как бы в реале-то можно и завизжать от истерики, так сказать, типа, да ну нахрен. Да, и, соответственно, ну что делать? Я поехал по всем остальным приставам. Также хочу заметить, это сопровождалось запретами на регдействие. Вот, то есть у отца 3 автомобиля, ну они недорогие, там, как подумать. Но на каждый из них повесили запрет на регдействие. Вот 4-й Паваш на Бабушкинской, там вообще без проблем, как бы, ну, сняли исполнительное производство и плюс дали рекомендацию, к
которую мне не дали ранее. То есть проблема уже известна. Вам нужно написать заявление о внесении отца в базу двойников, в картотеку двойников. Так. Я, соответственно, это сделал все. Вот, четвертый по вашему у меня все гладко прошло. Вот оставался электролитный проезд, там три отдела сразу. Вот там, конечно, опять стали упираться. Я не я, лошадь не моя. Доказывай, что ты не верблюд. А остальные приставы вот в трех отделах, они как бы заявление приняли, ну и также отправили ждать. Но, как выяснилось позже, спустя месяц я также поехал, опять уже иду сразу к начальнику, ну, понимая, что так вопрос решится быстрее. А мне начальник говорит, ну вот ты сам посмотри, вот есть исполнительное производство, есть реальный штраф, есть реальный ответчик. Ты пишешь заявление об отмене исполнительного производства, мы его не можем отменить. Все реально есть. Тебе надо писать заявление об исключении двойника из исполнительного производства. То есть, чтобы в исполнительном производстве оказался истинный должник. Угу. Вот. А в первом мне никогда так не говорили. Вот запоминайте, ребята, если что, мы оставим контакт на тебя. Да. Кто вдруг столкнулся, кто сейчас не понимает. Потому что по-хорошему, первым делом, ну, нужно идти, например, грамотному юристу, платить за консультации, нанимать его, и он будет за вас вопрос решать. Не хотите, вот, Леха вам подскажет, почту оставим. Он что знает, человек 4 года. Ребята, 4 года ходит, поверьте мне на слово, уж он-то вам сможет чем-то дельным подсказать. И, о чудо, исполнители производства стали пропадать. Ну, то есть, они оставались на сайте, но должник заменялся. То есть, был место рождения не город Москва, точнее, не Владимирская область, а истинный город Москва, москвич. Стал ответчиком. То есть он наконец-то начал получать эти штрафы? Вот тут не могу сказать, но и исполнительное производство уже висели именно на нем. Ну, получается, получать начал. То есть как бы то он ходил, гулял такой, типа, я, короче, невидимка, я шпион. А тут наконец-то начало к нему все это дело прилетать. Так. Вот. И, соответственно, я немножко подуспокоился. Также еще параллельно я в каждом отделе писал заявление о снятии запрета на регдействие, то есть они его просто так не снимают на таком-таком-то основании. Ну, правда, запрет снимали вот 1-2 дня, это прям очень быстро. Но проблема в чем? Все эти приставы меня уже знали в лицо, то есть если у них вылетал какой-то штраф, ага, Кузнецов, все понятно. Но, как оказалось, появляются новые работники, кто-то увольняется, кто-то в отпуске, кто-то в декрете. Смотрю, стали появляться из тех же отделов исполнительное производство, но от других приставов. Соответственно, вот приходилось все по кругу точно так же опять ехать и ну, тыкать лицом, показывать, вот, что в постановлении другой человек, отмените, пожалуйста. Лех, таким образом, длинную историю сделать короткой. Из-за того, что появился в вашей жизни вот этот двойник, который о проблеме, как мы предполагаем, конечно же, знал, но он говорит, я все решаю, помогаю. Штрафы на вас без конца сыпятся и сыпятся и сыпятся. Расскажи, какая у вас проблема, вот добавь еще, была с пенсионным фондом. Да, один из приставов сказал такую фразу, что вот у меня почему-то в базе у вас одинаковый СНИЛС, вот этот пенсионный номер. Это, наверное, что-то в пенсионном фонде перепутали, идите-ка вы туда. Вот. Ну, благо я этот вопрос быстро решил, у нас родственница ну, в Мурме работает в пенсионном фонде. Я ей позвонил, тетя Юль, ну, такие-таки дела, проверь, пожалуйста. Она по своим базам все пробила, говорит, ничего подобного, все, пенсионные номера вот снился разные, поэтому как бы эта проблема отмелась, ну, моментально. Чтобы вы понимали, это делали приставы из серии, у вас что-то там задвоилось, ты пошел решать эти вопросы, по факту ни хрена там ничего не задвоилось, по твоим предположениям просто так тебя футболили. Да, я, как позже я понял, это футболили, то есть изначально меня в ГАИ футболили, хотя туда не нужно было, другая пристав, пенсионный фонд. То есть им лишь бы скинуть проблему, лишь бы я ушел и вот дальше спокойно работать. А еще с этим запретом прикольная ситуация. Буквально в 2020 году я вам рассказывал о существовании мобильного приложения штрафы ПДД, с помощью которого нужно оплачивать штрафы, потому что как раз таки там ваш штраф не затеряется. И длительное время я действительно им пользовался, потом, честно скажу,
подзабил и в 2021 году, пожалуйста, схватил штраф. Как рассказывают, в стране несколько баз, и все эти базы должны между собой синхронизироваться. Но не всегда это работает корректно, именно поэтому штраф может потеряться. Такое действительно происходит. При оплате штрафа через госуслуги, банки и другие сервисы штраф идет в базу ГИС ГМП. А у гаишников своя база, и зачастую может произойти так, что штраф ты оплатил, но у гаишников он числится таким, что он вроде как не оплаченный. Такое, ребята, бывает. Практика это показывает. А вот как раз таки приложение штрафы ПДД отправляет ваш оплаченный штраф во все базы и следят за статусом платежа. Вот именно в этом вся их фишка. Оплачивать через них такой ситуации произойти не должно. Еще у них в приложении есть приятная мелочь в виде того, что вы можете купить страховой полис ОСАГО без заморочек, без особых вводов личных данных. Вы зарегистрировались в приложении, все, надо вам ОСАГО, пожалуйста. Все те, кто не могут его купить, попробуйте это сделать через них. Никаких комиссий, накруток там тоже нету, все это можно сделать по щелчку пальца. Таким образом, ссылочку на всякий случай дублирую, оставляю в описании. Кому надо, переходите, скачивайте, пользуйтесь на здоровье. Короче, таким образом жизнь превращается в самый настоящий ад. Беготню по инстанциям. Постоянно ты свое свободное время поехал, где-то от работы нужно отпроситься, да, отказаться, сбегать. И вот эти исполнительные производства то пропадали в силу того, что некоторые приставы тебя уже запомнили, новые приходят, заново все происходит. И вот это по кругу одно и то же. Да. Написать заявление в полицию на того человека, не знаю, обратиться в было суд. Было и такое. Рассказывай. Значит, да, таким образом я наладил эту систему отмены исполнительных производств. То есть все приставы уже там, ну, допустим, трое из пяти даже дали мне личный номер. Ты, говорит, надоел к нам приходить, вот, пиши на WhatsApp, что-то выскочило, мы тут же убираем. То есть без заявлений, без всего. О, как можно работать. Так. Ну, когда к ним по несколько раз в год ходишь, они уже, да, сами так хотят. Соответственно, появляются новые производства исполнительные. Так совпадает, у меня отец решил продать одну из машин, УАЗик, решил обновить на охотник, на охоту ездит. И опять висит запрет на регдействие. Отец, ну, как говорится, психанул, пошел к прокурору города. Изложил ситуацию. Так, 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 вот сын бегает уже несколько лет, результата нет, мне надоело, я честный пенсионер, почему так происходит. Прокурор выслушал, принял заявление, там организовал какую-то проверку, то есть это направилось в московскую прокуратуру. Ну, я, честно говоря, вообще в это не верил, я думал, что не произойдет, но некий результат дало. Спустя где-то месяц-полтора мне позвонил тот самый первый пристав, который должен там 3000 еще там пару раз по 500, и как бы говорят, а что вот случилось, как бы мы ничего не отказываемся, вроде бы вот там напишите, еще раз напомните о себе. Еще раз, да, блин. Я, то есть, ну, на WhatsApp пишу, такие-то исполнительные производства, столько-то денег списали, пожалуйста, верните. Ну, думаю, все, сейчас уже точно вернут. С того момента полтора года прошло, нет. Соответственно, я так понял, больше прокуратура ничего не делала. То есть, они какие-то вопросы задали, приставы немножко испугались. Короче, потолкали их палкой, да. Все такие, ого. Тебе позвонили, пиши еще раз, напомни, да, о себе. Вот это, конечно, прикол. Ты о себе напомнил, и вот полтора года опять тишина. Как бы деньги тебе так и не пришли. Так и не пришли. Вот от этого, от первого пристава. Вот из всех списанных долгов, ну, там, может быть, 6-7 раз, один раз 500 рублей вернулись, может быть, те, которые еще не успели в ГАИ уйти, там, со счета ФССП сразу списались. Вот один раз за все время 500 рублей вернулось. Ну, дальше я еще продолжаю общаться с потерпевшими. Я уже подключил своего адвоката к этому вопросу. Я еще по просьбе одной из потерпевших позвонил по номеру указанному. Я, честно говоря, понимал, что я не услышу каких-то там раскаяний, там, что там, Андрей, извините, пожалуйста, мы все деньги вернем. И вот извините, что мы вот случайно так вот, да? Да, я такого не ожидал. Случайно, да, конечно, да, я не так, ожидал, ну, такого. Вы когда позвонили, они вам что сказали? Значит, первое, что запись у меня есть, значит, я ее передам, можно будет опубликовать. Я радио Бобров слушаю. Здравствуйте. А скажите, а у вас можно снять квартиру? Извините, в юридический отдел. А, понял. А с Простоном я могу поговорить? С кем? С Простоном. Кто это? Ну, вы договор... Вы,
Выходите в юридический отдел. Что за вопрос у вас? Ну, вопрос такой, как раз по теме. Вы же юристы. Вот. А я вы подписываете договор от имени Простина. А вот можно с ним поговорить? Я РВП какой у вас? Ну, хочу поговорить с Простиным. Каким Простиным? А я хочу поговорить с Ивановым. Хоть вопрос какой у вас? Ну, Иванова у меня нет, но у вас договоры заключаются от имени Простина. Чуть-чуть конкретнее. Вопрос какой у вас? Кто вы такой? Фамилия, имя, отчество. Вы заключаете договор от имени Простина Андрея Витальевича. Фамилия, имя, отчество ваше. Ну, я не понимаю, а почему вы не можете ответить на вопрос? Фамилия, имя, отчество есть у вас? А у вас какое фамилия, отчество? Орлов Владимир Алексеевич. Вот, Владимир Алексеевич, а как вы от моего имени договор? Фамилия, имя, отчество ваше. Моя фамилия, имя, отчество, я вам уже сказал. Я хочу узнать, как вы от моего имени подпишете договоры. Фамилия, имя, отчество. Моя ваше. Фамилия Прошин Андрей Витальевич. Вот вы, как вы подписываете договоры? Андрей Витальевич, что же вы сразу не представились? Это же вы. Да. Андрей Витальевич, что там по доверенности? Когда доверенность вы приезжаете? Какая доверенность? Ну как, вы же нам обещали, что вы доверенность приезжаете на право представления ваших интересов. Вы рукописную отправили, а когда вы доверенность? Я ничего не отправлял вам. Так, отправили? Да как не отправляли? Вы что? Вы говорили, работайте, все нормально в Краснодаре. Как не отправляли? Я не работаю в Краснодаре. Да как нет? Вы что? Мы с вами лично встречались в Москве. Вы что? Да, интересно. Где мы встречались? Ну как что? Вы все у вас. Вот вы молодец, конечно. Ну, Андрей Витальевич, давайте все. Глупости всякие не говорите. Ну, когда уже доверенность приезжает? Секундочку. Какая доверенность? Я никакой доверенность никого не уполномочил. Когда доверенность приезжает, Андрей Витальевич? Что за дела? Люди жалуются на вас. Вы меня услышали? На вас люди жалуются уже. Вы понимаете, Андрей Витальевич? Что за дела? Вы зарплату вообще платить собираетесь? Еще раз говорю, что я никаких доверенностей не давал. Да в смысле нет, Андрей Витальевич, вы что? Там что, суд на вас подавать? Паспортные данные, кого я уполномочил, можете мне сказать? Конечно, обязательно. Когда мы ваш Краснодаре вообще ждем? Через сколько вы будете? Нет, вы мне дайте, пожалуйста, паспортные данные, на кого нужно доверенность. Давайте. Ну как понять, дайте паспортные данные? Вы приезжаете, давайте опять встретимся, как в прошлый раз. Ну, да, давайте мне паспортные данные. Через слово вы будете, когда у нас же? Андрей Витальевич, это не серьезно. Вы обещание дали, а его не выполняете. Угу, да, кому я давал обещание? Вы что, с ума сошли, что ли? Вы же понимаете, что творится? Как мы вот так вот работаем, вы берите документы, вы мне присылаете? Паспортные данные. Документы прочтите, пожалуйста, Андрей Витальевич. Вы понимаете, что вы закон нарушаете? Вы меня слышите? Дайте паспортные данные. Конечно. Алло, вы меня слышите, Андрей Витальевич? Вы слышите меня? Когда вы прибудете в Краснодар? Вы мне паспорт дайте, пожалуйста. Вот на кого доверенность там я давал? Да обязательно на почту, как в прошлый раз, все пришлем на почту. Андрей, вы когда нам документ? Андрей Витальевич, вы когда прибудете в Краснодар? Мы вас ждем же. Ну, в итоге там, в общем, он бросил трубку, да, и перезванивает он на мой номер уже, потому что я звонил с такого подставного номера, угу. Где можно записать. Вот, и он мне позвонил уже на мой телефон, вот. Ну и продолжает свою вот эту вот эту... историю, что вы виноваты. Да. Я говорю, ну вы же говорите, что я начальник у вас, а почему вы так со своим начальником, я так в шутку уже разговариваете. Он говорит, ну вы же зарплату не платите, ну в таком духе, вот, верните, он мне говорит, верните деньги. Я говорю, ну вы мошенники, отдайте деньги людям. Ну и в общем он бросил трубку, вот так вот разговор состоялся, я, к сожалению, его не записал. Вот такая вот история. Слушайте, Андрей, да, получается, да. Это вообще вот на самом деле очень страшные это вещи. То есть мало того, что они под вашим ИП, которое они взяли и начали обманывать людей, так когда вы еще позвонили, они сейчас уличают так, что вы вообще что это в теме, с моего согласия, что вы есть тот самый изначально начальник. И кто-то сейчас в комментариях скажет, а вот теперь докажи. Конечно. А вот теперь докажи, что ты не тот самый вор, там, бандит и так далее. Абсолютно, да. Какой у вас этап? То есть у вас, получается, сейчас адвокат нанят, заявление в полицию написано. Да. Сколько потерпевших, как говорится, установят следствие? 20-30 их точно есть. А то, может, и больше. Так. Да. Еще, во-первых, ребята, очень важно, сколько в реале было таких ИП? Может быть, вы второй, третий, конечно, четвертый? Конечно, любой, да. И в любом регионе, в Краснодаре, это может быть, я не знаю, может, мое ИП уже работает еще в каком-то городе, я
узнаю об этом, естественно. То есть в эту ситуацию может показать любой, как я сказал в начале, что... Вывод от вас? Да. На каком значит, вы сейчас этапе? У меня, естественно, есть план действий четкий, я с этой ситуацией сам разберусь, у меня есть ресурсы для этого. Уже оповещены, соответственно, рекламные порталы, что имеет место быть такое мошенничество, что от моего имени вдруг, если кто-то публикует, чтобы эти объявления не публиковали, сообщали мне, а я уже это все в полицию. Uh-huh. Я уже оповестил налоговую о том, что я не веду никакой деятельности ни в каком регионе, тем более в Краснодаре, и только Москва и Московская область. А я уже написал обращение в администрацию города Краснодара, жду ответа от них. Дальше еще мой адвокат, я думаю, он уже подал иск, сейчас с ним пообщаюсь еще, чтобы ускорить процесс сам Краснодар. Uh-huh. И буду вот сейчас действовать по своему плану, вот так. Да. Вот, ребят, да. Видите, опять же, Андрей да. человек взрослый, Андрей да. человек с опытом, поэтому да. он уже сразу по шустрику да, везде да, запускает да, руки и серии отбиться да. от да. вот этих товарищей. А кто-то может сидеть и думать, так, и что делать? Прийти к юристам, и юристы еще проедут по ушам. Да, и еще да, человеку... да, да, еще там отстегни нам, да, и потом... Страшное дело. Конечно. Ребята, вот я специально создаю подобные сюжеты, чтобы вы понимали, что это происходит в реальной жизни. Это не где-то там. Лех, ты думал, что когда-то вот вы можете в такой ситуации оказаться? Вообще не представлял даже. Даже не задумывался, да, что вот так вот можно побегать. Казалось бы, да ладно, это кто-то там просто вопрос решить, наверное, да, свой не может. По щелчку пальца вот прийти, раз, объясниться. Казалось, какая-то ошибка, один раз объяснить, и все кончится. Но, как оказалось, нет. И очередным этапом стало то, что наш любимый двойник не заплатил за коммунальные услуги. И уже Чертановский районный суд вынес судебное решение, мировой судья, по этому делу. И, соответственно, очередное исполнительное производство всплыло, и снова на моего отца. Что делать? Едем в Чертановский суд. Какая там сумма была уже штрафа? 10 тысяч рублей. Уже 10 тысяч. То 503 тысячи, а уже десяточка. Да, так. Уже десяточка. И приехав в суд, уже начинается веселая история для Алексея. Он заново начинает всем рассказывать, что здесь есть прописка, что человек родился в другом городе. Короче, суть до дела, это все происходило очень долго и постоянно одно и то же. Ну и на финале что получается? Вам за эту коммуналку сейчас вопросов к вам нету? На финале, вчера я когда готовился к ролику, всплыл еще один новый пристав. А, уже, да, зашел, ты опять увидел уже новый пристав. Да, новый пристав, несколько штрафов от 22 года, по-моему, свежих, да, там на 500 рублей висит. То есть мне придется еще раз ехать. Короче, таким образом, длинная история наша подходит с Алексеем к концу. 4 года идут твои вот эти противостояния, на основании которых его отец пенсионер, ни в чем не виноватый человек, порядочный, получает штрафы за абсолютно другого, такого же человека, одногодку. Близнец. Близнец, с разницей лишь в месте рождения, в месте проживания по прописке. Да. И тот человек, да, казалось бы, 60 лет, там 61 ему сейчас, да, уже? На сегодняшний день батя сколько лет? Нет, сегодня ему уже 64. Вот, сегодня отцу и двойнику по 64 года. Соответственно, человек вроде бы взрослый, но ведет себя, мягко говоря, не совсем порядочно. Хотя в возрасте, вот, казалось бы, я думал, уже нет таких людей. Ладно бы, молодой какой-то. Вообще. Это еще плюс заключается, да, вот опять же, надо во всем негативном видеть свои плюсы, что у тебя батя не горит желанием куда-то там по Турциям летать, потому что если бы он хотел, ему бы, скорее всего, на границе уже давным-давно показывали бы фигу, говорили, у тебя неоплаченные штрафы, иди домой. И вот из-за двойника ты уже никуда не поедешь. Это никуда. К вопросу о всех тех молодых. Двойника можно найти и мне в 32 года, и вам в 22 года. Это, ребята, вообще, вы должны понимать, что это может по щелчку пальца произойти у вас. Это никак не связано с возрастом. Это важно понимать. Лех, вот у тебя здесь есть лайфхаки. Перечисли, пожалуйста, кратенько, с чего человеку начинать. Вот посмотрел он ролик, он такой думает, да хрень это все. Первый этап, куда зайти, чтобы проверить, что как минимум на тебе сейчас ничего не висит. Ну, я немножко чуть по-другому хочу сказать, какие проблемы это может принести. Соответственно, просто перечислить, зафиналить, получается, списываю деньги с карточки, мы снимаем деньги, не пользуемся карточками. Ну, пенсии это не ко всем, но тем не менее. Соответственно, потом запрет на регдействие на все автомобили, которые числятся на человеке. То есть нельзя ни продать, ничего.
Потом, ГАИ на трассе, Нижегородская область, может, они помягче. Если бы он поехал в Москву, могло бы быть все по-другому. То есть, не могли бы его, ну, могли бы не отпустить просто так его, соответственно. Позже стали всплывать запрет на рекдействие с недвижимостью. С квартиры. Как выяснилось, да. Я думаю, дай-ка проверю. На дачу, на дачный дом. То есть, обложили полностью. Соответственно, ну, такие проблемы я вот не рекомендую никому. Вот, чтобы как их избежать, первое, это, скажем так, информационная профилактика, гигиена, то есть периодически раз в месяц заходить на госуслуги, проверить штрафы, на сайты судебных приставов проверить, там причем нужно не по своему региону, а по всем регионам проверить, потому что двойник может быть в другом регионе, как выяснилось. Соответственно, проверить все исполнительные производства, нет ли каких на вас. Вот. Потом, если вдруг все же что-то всплыло, и вы хотите это как-то решить. Вот по моему опыту, пройдя вот этот путь 4 года, я что выяснил? Дозвониться – ноль шансов. Вот абсолютно ноль. Согласен, согласен. Отец сидел вот прям сутками названивал, я сидел бесполезно. Вот все 4 года ни разу не дозвонился. Один из приставов мне подсказал лайфхак. На сайте fssp.gov.ru есть контакт каждого отдела приставов. Ну, условно, ОСП 58 – это вот этого отдела почта. Пиши, говорит, на нее, в теме письма пиши фамилию, инициалы пристава. Велик шанс, что я это прочитаю. То есть, если я буду на работе, не в отпуске, там, не в выходной. Можно к ним также не ехать, потому что, если бы вот я не бегал, отец бы не поехал бы из Мурома в Москву вот из-за этих 500 рублей заниматься таким вопросом. Вот эти самые заявления, которые я все перечислял, бланки есть на сайте, их можно скачать, на компьютере заполнить, подписать, адрес и заказным письмом отправить. Заказным письмом, в том числе с приставами, можно точно так же работать по электронным заявлениям через те же самые госуслуги. Короче, здесь вариантов борьбы много. Они как бы присутствуют. Да. И здесь как бы каждый уже из вас выбирает сам. Потому что когда я, например, начал заниматься вопросом по рекдействиям, я тоже пошел пешком. Мне написали, типа, а ты дурак, зачем ты ходишь пешком? Можно через госуслуги. Но это же я узнал потом, да, когда уже ты начинаешь в это погружаться. Поэтому, ребята, как минимум, вон, заскриньте себе ролик на всякий случай, чтобы потом было проще в хронологию понять. Так. Да, ну и если уж все же вышло так, что у вас никак не получается и нужно попасть к приставу, а у них запись бывает на 2 недели вперед, на неделю вперед, вот я такой некий лайфхак выяснил. Я смотрю просто в любого пристава, у кого есть запись на завтра. Я записываюсь к нему, то есть чтобы меня просто пустили в здание. А дальше я иду к тому приставу, которому надо. Если его даже нет на месте, этого пристава, я просто иду к начальнику сразу. Начальник всегда на месте. Короче, как минимум проникнуть в помещение легальным образом. Легальным образом, как попасть. К любому другому приставу записываемся, главное зайти в здание. Think about. Видите, как работает смекалка русская, когда ты 4 года отбиваешь пороги, но по факту, уж если говорить откровенно, вся твоя борьба, она, можно сказать, сводится к нулю, потому что постоянно что-то опять взлетает. Да. Вот почему не было желания, если вы знаете адрес, прописку этого человека, приехать к нему, сказать: здравствуйте, Сергей Сергеевич, вот мы тоже Сергей Сергеевич, да. Что за хрень? Сколько можно это продолжаться? На видео снять человек, сказать, ну как так-то? Ну, сделали такой вывод из разговора по телефону. Если бы человек был адекватный, был бы смысл разговаривать, он бы и по телефону как бы поговорил. А какие-то конфликтные ситуации создавать желания не было из-за небольшой... Короче, ребята, я вам советую, если, не дай бог, в такой ситуации окажетесь или оказались по-хорошему, если вы знаете, где человек проживает, ни в коем случае самому не приходить, не стучаться с камеры. Это еще своими последствиями может быть чревато. В идеале прийти к местному участковому, разложить ему всю ситуацию, и вот в присутствии сотрудника полиции уже как-то либо в гости постучать, может либо встретить его на улице. Да, обязательно. Да. Строго с участковым и в культурной форме, чтобы он уже поднимал вопрос на предмет того, какого фига человек вот так вот себя ведет, если он знает о том, что это есть. Опять же, он откроет дверь, скажет: а я ничего не знал, а я не знаю, я дурак, и все. И на этом разговор закончен. Ребята, всех приглашаю обязательно подписаться на телеграм нашего канала. Ссылка будет в первом закрепленном комментарии. Для чего? У меня к вам просьба. Как вы
скрутите, товарищи, да, и отобьете. Будьте добры, напишите обратную связь, чтобы мы могли сделать по шагу, цифра 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, сколько шагов нужно проделать для того, чтобы, если, не дай бог, оказавшись в этой ситуации, от него можно было отбиться, избавиться. Да, есть одна схема аренды квартиры. Встреча, ну, понятно, просмотр квартиры, вам она понравилась. Встреча в этой квартире с самим собственником, у него должны быть на руках документы на квартиру. Или это будет, может быть, доверенное лицо. Тогда документы на квартиру, это может свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРН, паспорт непосредственно лица, который будет подписывать, и доверенность нотариальная. Вот в этом случае, да, можно подписывать. Услуги риэлтора нужно оплачивать после того, как вы подписали договор аренды непосредственно с лицом, которое это может делать. Все, другие схемы, вот разворачивайте, уходите. И от вас еще совет людям из серии, кто вообще вот предприниматель, ИПшник, что делать? Вот он сидит сейчас, кофе пьет в рабочий перерыв и думает, это где-то там, да, со мной это такого не со мной, случится. Да, да, да. Совет я, честно говоря, дать не могу, потому что, в принципе, вот на моем примере, как я сказал потерпевшим, вы хотя бы что-то сделали для того, чтобы вас обманули. Вы пришли, там, позвонили, вы отдали деньги, что-то подписали, а я-то вообще ничего не делал. Я просто работал, наслаждался, жил своей жизнью, плачу все налоги, и вот тебе, пожалуйста. Короче, ребята, здесь все гениально и просто, когда ты знаешь простейшие вещи, азы. Я вот всегда говорю, вот такие сюжеты нужно по телеку показывать. Абсолютно, но реально, дайте Машкову эфирное время, но елки-палки, сколько это может продолжаться? Но это же полезно для людей. Поэтому запоминайте, как вот в жизни бывает, когда ты раз и с двойником оказался. Значит, Лехе мы говорим огромное спасибо. Ты чем вообще занимаешься? Где работаешь, что делаешь? У меня, скажем так, свой микробизнес через Озон, Яндекс.Маркет, продаю спортивные товары. Ну, для дачи там детские комплексы, батуты, короче, качели. Если кому надо, обращайтесь. Во, успел, залетел. В качестве ссылка благодарности. В описании. Ссылку оставим на Алексея с его контактами. Основная задача от тебя – это вот донести полезную информацию людям. И почта есть электронная, оставишь обязательно. Оставлю. Если вдруг что, ребята, пишите, у Лехи спрашивайте, чем сможет, поможет. Ну и на магазинчик оставляем ссылочку. Ужасник, ребята, ужасник из реальной жизни. Вот это вот реалии ужасов для взрослых людей. Когда-то мы смотрели про вампиров, Блейд, ночной, дневной, бродяга бегает, а здесь вот тебе по жизни сидишь в парке, наслаждаешься жизнью, потом бац, и начинается беготня бесконечная. Эти вопросы нужно дорабатывать. Где-то с ними действительно пытаются бороться, потому что вот сегодня первый участник Алексей рассказывал, что появилась база двойников, она действительно существует, она была сделана как раз специально для того, чтобы людям облегчить жизнь. Но, как вы знаете, система работает чуть-чуть дольше, чем хотелось бы всем нам с вами. Вот то же самое Андрей нам рассказал, как предприниматель. Сидишь, никого не трогаешь, а тут тебя еще выставляют, что ты начальник наш, где наши деньги, почему ты нам не платишь зарплату, и докажи. И докажи, что он действительно не мошенник, что он действительно по-честному все рассказывал. И ему придется бегать. Хотя есть в стране презумпция невиновности. Отдельная история. Поэтому проверяйте свою историю на госуслугах, на сайте судебных приставов, в налоговой инспекции, везде. На всякий случай отправляйте запросы, что вы никому ничего не должны. А если вдруг вы увидите день-день звоночек для себя, то предпринимайте сразу меры, потому что жизнь ваша станет веселее, активнее и насыщеннее. Но я вам от чистого сердца желаю, чтобы с вами такого не произошло. Подписывайтесь на канал. Не забывайте, что спонсором выпуска у нас был Макэксперт, который поможет вам с бухгалтерией, если вы занимаетесь бизнесом. Ставьте лайк этому ролику, подписывайтесь на телеграм-канал. До новых встреч. Всем пока-пока.